всем привет! Я тут решил попробовать сыграть в одно, еще в одну игру из Play Market для Android. Да, называется она Potion Maker, то есть создатель заклинаний, создатель зелий, что-то в этом роде. Сделать зелье смоа чара. Стать богатым человеком, чтобы добавлять на самом высоком уровне. Что бы это значило? Вот. Меня привлекло к этой игре такие вот, в общем, симпатичные анимешные картинки. Мне нравятся анимешные картинки. Они такие симпатичные. Особенно девочки длинноволосые, да? И мне захотелось попробовать. К тому же это казуальная игра, то есть у меня не должно быть трудностей с тем, чтобы ее освоить за быструю, небольшое количество времени, что я отвожу на обзоры. Так, давайте попробуем. Ага, игрушка оказывается вертикальная. Мне следовало догадаться по скриншотам, но я почему-то не догадался. Итак, вот они. На скриншотах это... хотел сказать, на скриншотах это выглядело четче. Но вот и картинка сама собой стала четче, так что и ладно. Разрешаем, давайте уже играть. Две такие симпатичные девочки. Видимо, будем там что-то делать. Привет! Это начало обучения. Пожалуйста, коснись где угодно. Хорошо. Попробуй коснуться материала, чтобы использовать его. Хорошо, каким образом? А, вот как. Стоит только 10 монет. Но ты можешь сделать его более ценным. Увеличь цену, добавив больше материалов в зелье. Но тут только один материал. Смотрите-ка, уже 160 оно стоит. Хотя мы только один материал добавляли. Каждый материал увеличивает... немного увеличивает цену зелья. Я бы не сказал, что и немного. Аж 260 стало. Улучшаем зелье, его цена увеличится значительно. Но заметь, что есть риск, что улучшение не получится, и твое зелье будет уничтожено. Сейчас вероятность успеха была 97%, так что 97%. О, смотри-ка, 780 стало, да? Поздравления! Ты успешно улучшил зелье до уровня 2. Продай это улучшенное зелье и получишь оплату мгновенно. Хорошо. Вот мы продали. Собирание монет позволит тебе получить другие совершенствования. Нажми на кнопку усовершенствования. Угу. Покупай усовершенствование, чтобы получить новые материалы. Хорошо, давайте. Поздравления! Мы нашли какой-то... что-то вроде мухомора, да? Давай снова сделаем еще одно зелье. Это конец обучения. Коснись кнопочки справа, сверху, для дальнейшей информации. Смотрите-ка, действительно... стало больше у нас. Мухомор мы закинули, молодцы. Если я буду есть много... О, не успел все перевести. Мне кажется, или он стал дешевле. Да, немножко на рублик подорожало. Ага. В общем, мы все подряд кидаем, но почему-то некоторые... Говорит, какие-то там печенья очень вкусные. Пирия всегда обнимает меня. Ну, молодец, наверное. Давайте улучшим его. Ага, внизу написано описание.
детское зелье здоровья. Квест какой-то. Давайте еще раз улучшим. Детское зелье здоровья уровня 3. Что за квест у нас? Привет, Пио. Пожалуйста, сделай мне простое красное зелье уровня 3. Мне нужно идти сражаться с драконами. Интересно, а как? А как его делать? Угу. Типа, тут... целитель. А как делать зелье? Вот, из красных зель, из красных, ну, из красных растений, короче, оно делается. Угу. Ну ладно, попробуем. Давайте улучшим. Еще одну. Я всех по чуть-чуть. Всех по чуть-чуть купил. Мне надо, да, вот этих, да? Угу. А вот эту мы продадим. Хорошо. Теперь надо дождаться красное растение. Из него делается то, что она нас попросила. Эй, иди сюда, блин. Вот, иди сюда. Угу. Простое красное зелье. Давайте улучшим его. Не получилось. Ну и ладно. Улучшим. И еще раз. И сейчас оно станет третьего уровня. Отлично, как их нас и просили. Простое красное зелье. Даже новички могут создать его. Низкая эффективность. Угу. Срок хранения один день с даты покупки. Хранить в холодном месте. Мы сделали это. Интересно, что значит event update? События. Ну, чем там что-то можно загружать. Ну, обновление, видимо, да? Ладно, можно, я пошутил. Не хочу я обновлений. Давайте заново. А то эти обновления будут долго, а мы хотим просто поиграть. Смотрите, как, сколько еще похожих игр, да? Это я случайно нажал на похожие, видимо. О, я даже не знаю, что делать. Все подряд буду. Эй. А тут появилось что-то. А, сейф, возможно, сохранится, да? Сохранится. В облаке сохранились. Это здорово. Я просто кидаю все, что могу. Новый квест у нас. И что она хочет? Ага. Ну, детское зелье здоровья. Мы такое уже делали. Из красного мухомора оно делается. Понятно. Давайте попробуем это улучшить. Еще раз. Угу, максимально улучшили.
Простое синее зелье. Да, так, так. Пожалуйста, выпейте, как только... Сразу, как только откроете. Ну, продаем его. Так. Из мухомора надо зелье сделать, я помню. Второе вроде она просила. Держи. А что не так? Какой-то прогресс. А, я не очень понял. Она пошла с нашим зельем или что? Не могу закинуть почему-то. Вроде все ело правильно. Опа. Почти получилось, да. Угу. Мяу. Я пуш-кот. Попробуй меня вызвать, я тебе помогу. Она сама, в общем, это кот, кошка. Я могу за один билет тебе одну минуту помогать. Зови, когда я тебе нужна. Видите, сама кошка нам кидает. Что, прикольно, на мой взгляд. Ну продолжай, кошка, чё ты? Вот, теперь она делает это. Молодец. Потом мы продаем. Угу. Яблоко появилось, кажется. Плод мудрости. И чего-то там еще. Опа. Разбери, значит, малиновое зелье. Ну вот, 80% ему мало было, оказывается. Эй, почему ты не... Не па. Давай уже. О. Большое спасибо за твою помощь. Пожалуйста, возьми это. Что взять? Не очень понятно. Давайте еще одну кошку. Теперь их уже двое. Не, уже снова одна. Одна, видимо, закончилась предыдущая. Ну, вот такая вот игрушка. Как я понял. Вот я вот почему... Не понимаю, почему... А, я понял, надо до конца доводить. Делаем зелье, улучшаем их, продаем и таким образом получаем больше ингредиентов для зелья. О! Получилось. Отлично. Продаем. Странно у меня не получается. Можно по девочке кликать. Она немножко реагирует на это. Такая вот простенькая игрушка. В принципе, прикольно играть.
Интересно, что означает 4? Так. Я пойду в лабиринт. Не нужно такое-то зелье. Простое синее. Ага. Из синих цветов оно делается. Вот это. Понятно, я тебя понял. Давайте поищем его. Синее. Вот оно. Держи. В общем, такая вот игрушка. Делаем зелье, зарабатываем больше денег и можем делать зелье из других ингредиентов. В принципе, довольно прикольно и простенько. Наверное, для самых маленьких деток особенно понравится. На этом пока все. Спасибо всем за просмотр. Ссылку на бесплатное скачивание этой игры я, как всегда, дам в описании к видео. Всем еще раз спасибо и до новых встреч. Пока-пока.